Всем привет! Сегодня мы начнем новое прохождение. Это игра Call of Duty Modern Warfare 3. Перезапишем. Играем на новобранцы, чтобы пердак не бомбило. Вот. Привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравные бои, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? Беннетфилд находится команда спецподразделения Дельта. Позывной Металл. Металл 01 доступен на зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Мы должны действовать прямо сейчас! Так, ну вот. Сейчас, секунду. Так, ну вроде мы продолжаем. Только вот хотелось бы заметить немного по поводу так, этого звука. Вот, со звуком есть небольшие у меня накладочки. Но я, может быть, через некоторое время буду прекращать снимать. Ибо, ну, проверять как бы качество записи вообще. Так, зелененькие это наши, зелененькие всегда были нашими. Все наше, оно зелененькое, так что, ребятки, привыкайте. Так, ну, к управлению здесь Грена G. Очень круто, что ее зажимать можно. Так, раз. Правда, взрывы здесь не очень от гранат эпичные, да? Не Грена, а какая-то куколка. Петарда на Новый год, да? На мой взгляд. Слеповухи я что-то не знаю, как кидать. Там прицел можно новый поставить. Увеличительный какой-то, гибридный. Ну, я так понимаю, что здесь все это заскриптовано.
Так что необходимо продвигаться дальше, иначе эти солдаты будут бесконечно воскрешаться. Вот. Но, к сожалению, мочим своих, русские, так что, ну, не обращайте внимания. Всего лишь игра. Так. Ну, здесь есть очень много разнообразного оружия, мне кажется. Какого батрака это было вообще? Я даже, честно вам признаюсь, прицел никакого не видел. Как можно молтокнупски слиться, блин, начав игру? Начав прохождение, ну это ж бред. Почему меня убило от одной гранаты? А их не убивает эта граната. Кто тут меня заблочил? Давайте, туда им еще. Все, грен нет, да? Все, перезарядился? Отлично, можно идти. Давайте вот сюда. Только подумал, что как-то на новобранце просто. Но я вам скажу, ребятки, почему новобранцы? Потому что, ну, лучше всего, когда в играх можно выбирать уровень сложности на протяжении игры. Вот. Так вот, уровень сложности круто было бы менять по прохождению. То есть во время их прохождения, если вдруг оказалось легко или наоборот сложно, можно было легко поменять уровень. Вот. То есть, как вот я в Dead Space было. Там предлагает множество пушек. Ладно, погнали с этой. Вот. Потому что, ну, иногда бывает на легком уровне, точнее, на среднем бывает жестко и очень сложно. А иногда бывает наоборот. На среднем очень легко. Так, и прослушаю, что нам там сказали. Заговорился. Так, ну тут я знаю, вот лечь. Проседать на цели. Разбомбили укрытие. Опа, по своим чуть не стрельнули. Бежим, где тут за нашими ребятками? Вот они. Чё, идите к белому, чё? Почему-то там белому надо идти. Видимо, к значку. К маркеру к этому. Так, ну игра старая, сами знаете. Гринч-трак, ждите моего сигнала здесь, просто со мной. Принято. Так, но... Так что не будем придираться к графике, наверное. Но хотя в тот год, помню, вышла и потрясающая игра. С потрясающей графикой. По-моему, Battlefield 3. Сколько я знаю, ну... Показал небольшое такое отличие. Реально что-то как-то легко, но зато есть шанс немного так поразвлечься, пострелять. К сожалению, своих приходится там мочить. Но как-то на них не написано, что они русские. Ну, в смысле, особо не вижу. Не знаю, все они смотрят куда-то в одну точку. Чуть не... А как он тут прошел-то, я что-то не пойму. Ладно, посмотрим. Может быть, он читер какой-нибудь. Вот, ну, мне кажется, эта игра отличается все-таки своей масштабностью. Так, я тут пасхалку где-то видел. Тэтшин. Ладно, не важно. Так вот. Игра отличается своей масштабностью, на мой взгляд. То есть, вот эти все разрухи там. Грен нет.
По-моему, это фейерверк настоящий. Смотри сверху, а мы зачистим магазин. Будет сделано. Мы все втроем, значит. Вот. А масштабность я люблю. Этот бомбежка тут всякая. Это мясо. А у меня нет гранат. А, ну если так вот это. Ребятки, вы нарвались. Ой, вы нарвались. А, у меня же еще какая-то другая пушка есть. Ё-моё. Ух ты, Грена. Это еще что такое? Во, а что это интересно? По-моему, круто. Все, две пушки у меня. Ладно, надо, походу, продвигаться, а то опять заскриптованным будет. А, не, подожди, нам следовать нужно за тем. Ну, давай будем следовать за тобой. Я следую, давай. У меня сейчас патрон скоро, наверное, закончится, нет? Ну, я уже всех чуть-чуть расстрелял. Ну, отлично, мы идем к фондовой бирже, сейчас будем там бомбить. Есть раненые? Так, все в порядке. Так, так, вот тут пушечка новая какая-то. Русские держат оборону. Они дают жару, вы не можете прорваться. Что с воздушной бомбой? А, русские такие. Ничего. Просто американцы, ну, или кто там, я не знаю, создал. Видимо, не рассчитывали на то, что... На то, что рус... На то, что мы закупим эту игру. Будем играть. Ну, дача приемлемая более-менее. Не вижу смысла ее контролить, они с одного патрона дохнут. Зажим чисто для интереса. Можно было и среднюю сложность выбрать. Я же в Dead Space тоже сначала среднюю выбрал, а потом решил сложнее что-нибудь взять. Так, ну что, продвигаемся, ребятушки. Не ждем. Бачку. Так, что-то у нас. АК-47. Посмотрим. Ну, может и круто. Так, там что-то патрон мало, капец. О, последний уж киданем. Вот где на откуда у нас появились. Ладно, не будем тратить. О, в рукопашку батька пошел. Ну, молодец. Ой, ой-ой-ой, извините. С его попал. Да убейте вы его, ёпкарсы. Где-то там еще головешка, по-моему. Ну, ладно. Так, ну тут на бегу почему-то нельзя. Мы закрепимся в фойе, пока вы будете в торговом зале. Вас понял, металл, пошли. А, на бегу нельзя перезаряжаться, смотрите. Видите, да? Far Cry 4 можно прокачать такую функцию. Ух ты, как бомбануло-то. Что это интересно было? Так. Так, все. Что тут у нас? Честно, даже никого не вижу почти. Вообще никого не вижу. Слишком тут много всего, какие-то... Какие-то компьютеры, что-то тут. Что-то тут перебор, по-моему. Мы продвигаемся. Так, гранатка мы. Так, гранаткой меня не задеть. Вот нам сюда. Наверх. Не понял. Сюда что ли? На балконе. А, все. Ой, что-то как-то напихали на эту карту, в эту локацию. Столько всего. Так, я правильно иду. Кто-то мне там раздает. А, вон они, на балконе нам сказали. О, головушку, по-моему, засадили. Нет? Так, а наши ребятки... Не знаю, есть разница. Ну, погнали за ними. А, ну мы их отсюда отстреливаем, типа, да? Ну, не очень удобно в такой позиции. Ну, просто здесь решетки, трубы, они все мешают. В принципе, сама по себе точка хороша для обзора. Но, мне кажется, нам просто надо забраться сюда. Ой.
добираемся до генератора помех, который что-то там глушит. Ну, глушилка какая-то, видимо. Чуть не завалили. Так, вот этот дробовик видел. Это дробовики, пистолет-пулемет, они все для вот, офисов. Для... для каких-то офисов, то есть для, я имею в виду, для ближней дистанции. Все, да? Ну, может быть и красиво, но круто падает. Все, заработал телефончик. Да вы что, офигели? Предатор. Да у меня тут снайперка настоящая. Хорошо. Нажмите 4. Так. Вертолет на подлете, сбейте его! А, вертолет надо было сбивать. Ну, ладно. А. Ну круто, можно побомбить. По-моему, шикарно. Можно было еще использовать предатор вон на тех чувачков. Нельзя, да? Сейчас нельзя. Жалко, ну ладно. Здоровские ребятки. Нам сюда, да? Пулемет, но это наше дело. Во, вышки можно бомбить. Вместо бочек. Пиранатскими туда. Где ее? Вот это что ли? Ой, бляху, это наш походу, нет? Не похоже. Стреляю вообще, иди. Во-во-во-во-во. Да. Я в пилота попал же вроде. Куда ему? В пропеллер стреляй. Во. Вот загорелся. А это вообще исчез куда-то. Зашибись вообще. Че там внизу дыма столько? Почему вот этот веревочки эти ссаны, они не рушатся? Бандит. Налево поворачивай. Тарань его, блин. Да я стреляю, ёпта. Ну, что не так, все? Ну сбил, нет. Во, сбил. Вертушку попал и сбил. Нас подбили, подбили! Парашют на этот случай надо носить. Жив? Жив. Крутящий момент вроде бы в норме. Хвостовые на ходу. Гидравлика держится. Рычаг общего шага и крен на пределе. Топливо 70
почему стройка не упала? Было бы гораздо круче, если бы упала вся эта стройка к чертям собачьим. Вот мы прошли какое-то задание. Что тут Дельта говорит с нам? Это Лайтинг 3-1. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Лайтинг 3-1. Разрешаю вступить в бой. Высота минимальная. До подлета 5 секунд. Так это пошли. Подтвердите первичные удары по каналу Предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены. Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно. Точно. На месте. Команда из 9-4, металл 0-1 на связи. Проверка связи. Принято, 0-1. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. У нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Сварка под водой. Основная точка входа. Может, такое бывает, конечно. Вместе, здесь легко потеряться. Да уж. Во. Так, а я еще не могу управлять, да? Нажмите V.